Добрый день. Сегодня пришло яйцо с горячего ключа. Пушкинские. Сейчас раскроем. Посмотрим, что за яички. Сейчас я скотч подрезаю. Ну так, смотрим. Вот они, яички пушкинские, светлые, крупные. Так, здесь 30 штук, и здесь чуть-чуть. Штук 35. Сегодня мы будем закладывать их в инкубатор. Сначала они просто полежат, наберутся комнатной температуры, потом я их обработаю уксусом и буду закладывать. Сегодня я буду закладывать пушкинскую и буду закладывать, сейчас покажу, буду закладывать браму. Вот она брама, черное яйцо. Вот такое яйцо. Вот. Так что дальнейший процесс покажу. Так, добрый вечер. Как обещал, хочу показать свою закладку яйца. Вот яйцо уже постояло, стала нормальная температура комнатная. Так, ну, без прелюдий. С чего начнем? Прежде всего, обработка инкубатора. Сейчас я покажу, как я это делаю. Так, все делаю сам, поэтому все будет. Так, здесь 2,5 литра воды в кастрюльке, в этой чашечке. Это эйкоцид. Вообще, по инструкции написано, да, ну, на 5 литров в пакетик. Ну, соответственно, 2,5 пол пакетика достаточно для обработки. Ну, это ванночки. Сейчас пол пакетика эйкоцита высыпаем в воду, растворяем, смачиваем тряпку и будем протирать. Так, высыпаем эйкоцит. Как же неудобно одному. Ну ладно, пол пакетика сыпем, смотрим. Нет, сыпем еще. Достаточно. Так, пол пакетика мы высыпали, эйкоцит убираем сюда. Вот сейчас мы этот раствор размешиваем и будем наносить. Ну вот так мешаем его. Небольшой запах такой хлорки от него идет. Это ж обеззараживающая процедура, потому что в яйце не началось развиваться всякая зараза еще в инкубаторе, поэтому лучше обработать. Ух, красота, да? Похоже на компотик. Так, ну не все размешалось. Так, размешалось. Так, теперь берем тряпочку. Смачиваем. Вот так вот. Все. И начинаем обрабатывать инкубатор. Обтирать. Ну, полностью обтирать инкубатор. Инкубатор, лоток. Что еще? Поилочки, бутылочки. Ну, все то, где может поселиться бактерия. В инкубаторе прям такую пенку делаем влажную. Потом все это будем чистой тряпкой еще раз проходить другой. Так, ну а теперь непосредственно будем обрабатывать яйцо. Вот у нас инкубатор. Все, инкубатор я вытер. Теперь он будет чуть-чуть стоять, проветриваться.
Вот лоточек. Теперь здесь 4 литра воды, плюс-минус. На кончике ложки я добавил экоцид. Это я первый раз так буду обрабатывать. Обычно всегда уксусом. Но все пишут экоцидом, экоцидом. Ну, попробую экоцидом. Вот. На кончике ложки я сюда добавил. Сейчас буквально на несколько там десятков секунд мы будем класть яйца. Потерли рукой и на тряпочку, чтобы они обсыхали. Так, ну вот таким макаром мы закинули яйца. Вот. И так чуть рукой потерли. Мало ли, что там было в чужом хозяйстве. Все. И выкладываем на тряпочку, чтобы они сушились. И так каждое яйцо. Все, приступаю. Так, ну вот, мы яйца помыли. Вот они лежат, обсыхают. Брама, пушки. Все, теперь они сейчас обсохнут чуть-чуть. И я начну закладывать лоток. Так, ну яйца подсохли. Начинаем укладку их в лоток. Ну, вот таким острым концом вниз. Чтобы воздушная камера, это тупой конец, всегда был сверху. И вот так вот. Опа. Четко. Погнали второй ряд. Такая процедура умиротворительная. Кладешь так яички, кладешь. А потом бабах, и они все завалились. А лучше еще какое-нибудь разбилось. Вот. Так уже глазами калибруешь. Ну, вы поняли, да, принцип? Не буду это все снимать, что глупо. Так, ну все, яйца заложены. Вот, инкубатор включен. Все, вода, температура выставлена. Все тут нормально. Так что, сейчас будем закрывать. И через 21 день буду делиться своими результатами. Всем спасибо за просмотры. Отдельно хотел бы передать привет одному моему знакомому, большому перепеловоду из Краснодара, Александру. Я знаю, он смотрит мои видео часто, комментирует. Вот, Саня, привет. Так что не болейте, всем хорошего настроения, занимайтесь птицеводством. Пока.